Нахожусь, город Барнаул, улица Ползунова, дом 6. Здесь у нас крестовоздвиженская община. Вот сегодня воскресный день был. Было богослужение утреннее. Потом у нас собрание было, занятия по Слову Божию, по толканию святых отцов. Вот голубка, вот где же тут Игнатьевна живет, Лапкин. Очень любит голубей. И вот они, какие красавицы у него. В основном белые. Основная масса у него. Сейчас вот их не видно, потому что они уже готовятся ко сну. Сейчас уже время 7 часов. Времени уже много. Так у нас ограда выглядит. Видимо, не напилась. Вот сейчас успевает глотать. Вон там голубятня. Вот она сейчас взлетела. Во. И там она. Во. А здесь у нас закрыто. А на день мы садим сюда кошек наших. Двух белых кошек пушистых. Чтобы они там мышей гоняли. Сегодня вот у нас 16 марта 2004 года. Вот такая была горка сделана для детишек наших. Все, она уже сейчас подтаяла и непригодна для скатывания. В том году вот батюшка и братья наши переклили крышу, сделали оцинкованную ее. Была раньше из старого шифера. Стала протекать крыша. Вот сделали сейчас ее. Вот соседи у нас тут живут. Кругом. Здесь вот сосед тоже погорел. Сейчас в бане живет. Вот у нас храм. Здесь мы собираемся, молимся, славим Бога. Здесь вход у нас. Вот, вот так у нас выглядит улица. Там вот краны стоят, добывают щебень, песок. Вот собачки, которые Игнатьевна кормит их. Ну че, умница, а умница, ну. Пушистые наши собачки. Сейчас уже морозы прошли, сейчас им уже не боязно так. А в морозы они очень сильно замерзали. Вот Ползунова 6. Улицу не видно, но номер дома видно. Здесь вот строится новое здание. Пока не знаю под что. То ли под офис, то ли под какую другую организацию. Благословенный дом. Столько здесь молитв было. И будет еще. Даст Бог. Там здания дальние. Стоят. Мало вид. Это я сейчас проверяю видеокамеру, как она снимает у нас. Чудные дела Господа, великие чудные. Вот сегодня приезжал у нас батюшка, приезжал Виктор Николаевич Савченко из деревни Потеряевки. У нас другая община, Свято-Анфимовская. Вот. Сейчас они уехали к брату Николаю Кручине. Там в гостях находятся. А вечером поедут к себе в Потеряевку. Я тоже, даст Бог, Володя Пащенко.
в дальнейшем этим летом поеду в лагерь, тоже потеряю, буду там воспитателем с детишками. Вот они, голуби, сидят. Еще пока светло, так они еще могут вылетать. О, голуби наши, голуби. Вот они, красавцы какие. Мороз, не мороз, все с Божьей помощью выдерживает. Там вот Игнатий, наша кормушка для воробьев и синичек. Он их подкармливает всю зиму. Вон даже видно, что воробей сидит. Вон он прыгает по веточке. Он верный у нас. Всю зиму здесь находится. Молодец. Еще одни сидят стайкой. Вот они какие красавцы. Все, дышащая, да хвалит Господа, воробьи. Какое Божье творение чудное. На вид невзрачно, а на самом деле тоже красиво по-своему. Царь Давид говорит: видел я предел всякого совершенства. Все, что Бог сотворил. Вон голубка пить, видимо, захотела. Пошла дальше клевать. Сейчас найдет водичку и будет клевать. Вот еще одна чернушка слезла. Вот она, красавица. О. Вот еще один какой интересный голубь. С необычной краской. Вот они, снег клюют. Видимо, поели зернышек. И вот сейчас вот, для того, чтобы у них всю ночь переваривалось, они сейчас водички себе снежкой вот этого поклюют. Сколько их, один за одним, еще один, пока никого не видать. Они, наверное, меня перепутали с хозяином со своим. Гули, 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 наши гули. Ну, самая смелая. У меня семечек нету, к сожалению, простите уж меня. Вот они какие, красавцы наши. Ушки сидят. Сидит. Раз, коробушки. Задел, все, сразу взлетели, напугал я их. Ничего, я сейчас уйду, упьете еще, клюете. А одна вот какая смелая, это уже опасно для ее жизни, кошка может уже настигнуть, если она не будет так сильно остерегаться.
Голубь, головок, вот она молодец какая. Что-то пьет, однако, там. Вот как у нее получается. Какой Господь ей дал насос внутри всасывать воду. А те все уже спрятались сразу. Ну давай, полетай домой. Ну что ты, что с тобой, взлететь не можешь? Вот она сидит. Слава Христу!